А когда жители блокадного Ленинграда вы вам сочувствовали, жили вы там. Претендентов на этот пост немало. Считаю, что у меня есть одно преимущество перед всеми. Опыт, в том числе и уже совершенных ошибок. Поверьте, это очень важно сегодня. Русский народ поддерживает. Простите. Правильный ответ. Русский народ поддерживает. Вот спросите. Кто за то, чтобы проголосовать за Ельцина? Мы все!